Ну, мои планы на эту серию озвучены в прошлой серии. И тут, короче, мы вступимся за своих крестьян. Будем атаковать всеми силами этих сингалийцев. Их там немного, поэтому мы сразу посылаем всех в атаку, ударненький. Не буду стрелять, когти спешатся, не будем тут ничего выдумывать. Все будет просто, как всегда. Они подсвечивают нам дорогу со своими факелами. Чтоб мы не ошиблись. Приехали к сингалийцам. Спешусь, возьму кувалду. Попробую кого-нибудь ударить, если получится, да. Правда, какой-то крестьянин рычит, как дикий медведь. Пугает сингалийцев. Их и сабли позавяли сразу. Страшное рычание издают от крестьян. И может это крестьянка? Ну конечно, я никуда не успеваю пешком. Ребятки, которые гораздо быстрее передвигаются на лошадях. Ух ты! Даже я тут не рассчитал, и меня ударили сингалийской лошадью. А я тоже ударил сингалийской лошадью. И мне удалось оглушить одного сингалийского всадника. Да, да, да. Там кто-то опять радуется, наверное, опять Лесли. Не, это Юлия, Юлия. Аж повизгивает от удовольствия прям. Все, я не мог найти этот самый. Как выразить то, что они вот это смеются, так и весело. Повизгивает от удовольствия. Это будет такое точное выражение. Повизгивает от удовольствия. Так, все, короче, мы их побили. Спасибо нам за помощь. Мы взяли тут каких-то сингалийцев этих в плен. Тут их сколько-то там. Целых 17 человек. Крестьянина взяли, члена гильдии, бандита возьмем, разбойника. Не, разбойника, наверное, все-таки оставим этим самым. Владельца возьмем, смотрителя возьмем, воителя возьмем, равенстенского горца и крестьянок. А разбойников и монаха оставим, значит, этим крестьянам. Да. Ну, тут будем управлять сингалийским барахлом. Ну, нам все-таки придется поехать ограбить что-нибудь, потому что, я же говорю, нам предстоит осада, все-таки замка. Даже не осада, штурм. Что мы там будем осаждать? Ну, вообще-то нам нужен сэр Алистер. Вообще-то да. Потому что самый лучший инженер в данном составе это Вент. У него конструктор 3. 3. 2 плюс 1. 3. С конструктором 3 мы будем даже без башни там сутки сидеть. Так, торговый караван. Демонопоклонники. Ага, торговый караван, иди. Дай нам денег. Мы тебя спасли, скотина. Торговый караван. Угу. Кое-что нужно. Проход тут платный. Ну, 3200 это нормально. Нормально нам, нас устраивает 3200 ваших. Так, демонопоклонники, можете дальше грабить караван. Нам бы хотелось, чтобы грабанули караванчик, и мы у вас потом отберем пленных. О, большой отряд замечен. Надо разместить гарнизон. Значит, мы отдаем здесь рыцаря грифона, хранитель грифона. У нас потихоньку накапливается. Значит, рыцарская конница. Конечно, очень потихоньку уже. Очень. Это, конечно, такое. Пендерские ополченцы. Воителя отдадим. Смотрителя отдадим. Гвардеец отдадим. Кто там у нас еще есть? Горец отдадим. Крестьянка дозорная. Бандит. Наемник. Так и поехали. Стражница вековиска. Все то же самое. Все то же самое. Вековистского конника отдадим.
пендерский пехотинец, мечник, копейщик, легкий улан. Улана уже убили. Ну иди улан вперед. Все эти копейщики у нас как-то не кончаются. Еще один остался. Угу. Пендерские кавалеристы и, значит, наемные скауты. Я тут кавалеристы. Воители, наемный скаут, наемный всадник. Наемный всадник еще выжил. Так, член гильдии пошел вверх. Даже не важно куда. Так, сквайр, дозорный, ковийская пена. Угу. Готово. И зайдем еще в таверну, значит, продадим пленных. Потом на рынок вековиское барахло и поедем грабить. Не, не поедем грабить, а поедем там же что-то, что же приехал, значит, грабить нашу деревню. Опять будем убивать, он прибивать, мы их убивать. Ну, это, конечно, уже начинает немножко действовать на нервы. Торгует с разными товарами, 2200. Товаров разных нет. Нет. Ну, не знаю, зайдем в Сенгал, зайдем в замок, скажем, чтоб нанимал. Ну, по-моему, он там присылал бумажку, я не знаю, не помню, кто из них присылал бумажку, что давай-ка приди, 100 рублей давай, волки осадили. А, о, все, что такое, колодцы загрязнены, я же говорил, да, 100 копеек, нанимай. Все, военную комнату, вещевой босс. Значит, спасибо, это все. Уйти. У нас накапливаются вещевые бозы, это нормально. Ну так, значит, поедем. О, какой там шустрый. О, кто это такой? Иванус, Иванус, у него есть горцы, у него есть рыцари дракона 8, равенстенские рыцари 19, конный рейнджер. Улан и Джато у нас тут есть. А у нас пендерские. Пендерских 120. И, короче, мы этого, значит, сейчас Иванаса, наверное, разнесем. Да. Стойте, стойте. Мы будем сражаться до конца. Будем стоять до конца. И, значит, давайте, наступай, наступай. Наступай, наступать. Наступать. Давайте, разворачивайтесь к атаке, наступайте. Ударники за мной. Теперь наступать. Наступать, наступать. Давайте, 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 давайте. Атаковать. Конница верхом. Когти будут спешиваться. И ударники тоже давайте атакуйте. Только не стреляйте. Все. О, у нас там шаман кого-то глушил. И это хорошо. Я тоже еду, значит, в битву. У меня полностью жизнь. Смотрители, сквайры, рейнджеры убиваются, оглушаются. Лошадь моя весело скачет так. Я подпрыгиваю в седле. Мчусь, а такой ветер мне обвивает мое вспотевшее лицо. Да, да. Все. Вот там какой-то есть. Скопьем, значит, так. Рыцарь, рыцарь, это, наверное, рыцарь. Ух ты, вот это уже плохо. Вот этого я не ожидал, это было нехорошо и неприятно со мной. Ой, сколько их бежит, господи. Да ты посмотри этих каких там гвардейцев. Ну какие ребятки такие.
самом деле, а чё это я так веселюсь, собственно говоря? Они нагружают моих... Сейчас ещё, сейчас забьют этого самого. Забьют, сейчас убьют. Ну, а что не... Нет, это ладно, что... Да ты посмотри, а где ж моя конница вся? Где я? Пендерский еще, наверное. А, вот, решатели скачут. Скачут решатели. Все, все, вопрос решен. Прилетели решатели. Ну, 37 пленных. Да, все. Там и мы, значит, выходим. Тут у нас раненых. Я, Юля, Лесли, Диз, Див. Молот Венда один убит. Продолжить. Атаковать всеми силами. Давайте наступать, наступать будем. Наступать. Разворачивайтесь силы. Битве я буду опять сидеть в кустах, потому что у меня эти ударнички заударили, заударяли, и как не ударнички, а эти гвардейцы их не так. Накапливаемся перед последним прыжком, накапливаемся. Раз, накапливаемся. Все, атаковать. Ударники не стрелять, конница верхом. Поехали, что там? Решатели решают. Все будет хорошо. Вот конного воителя завалили. Надо нам что-то делать с конницей. Что-то у нас конница уменьшается. Ну, надо, наверное, задействовать все-таки вековийских. Пендерских немножко поднакопить. Убивают, они слабоваты, конечно, не хорошие такие, ну, не сбалансированные. Мечи длинные, хорошие, может, они не хорошо, но защищены они плоховато, и вообще они такие, надо бы, чтобы они были посильнее. Ну, однако решают, и все, что ты сделаешь. Ударнички подошли. Да, не скоро они еще сядут на лошадей, еще ждать и ждать. Два месяца, около двух месяцев. Вообще-то куда я еду, меня сейчас тут убьют еще какой-нибудь шерной стрелой. И будет авторасчет. Нахрена мне нужен этот авторасчет? Да я их могу так убить, легко и просто. Зачем мне авторасчет? Значит, я убегаю где-нибудь в кусты тут, буду сидеть и выглядывать из кустов. Короче, всего 9 раненых. Тон же 10. Ударничек тут. Я говорю, как только ударнички сядут на коней, то это будет, конечно, уже совсем другой разговор. Совсем другой баланс будет всего. Тут уже будет совсем другой. Ну, там я их, конечно, перевооружу немного. Так само вооружу, как и, значит, молотов. Примерно по тому же типу. Ну, единственное, что я говорю, что... Двухручная, возможно, я заберу у них. Вообще заберу. Хотя, конечно, жалко прокачанная двухручная забирать у них. Ну, она короткая. Они будут пользоваться с лошади. И это, короче, нехорошо. Так, все, мы победили. Продолжить. И так еще, короче, 3 заезда на этом. Давайте наступаем. Разворачивается странно. Все, атаковать. Все, атаковать. Да, сейчас.
Куда-то они проскочили, непонятно куда, мимо моих войск, что-то странные ребята какие-то. Наверное, я тут промахнулся что-то. Ударников моих, они на ударников налетели, твою мать. А, и у меня еще удар. Побили ударничков моих, вон оно, куда они заворачивали. Давай, кто там за мной гонится? Ой, да тут их целая куча за мной летит, эти конные рейнджеры. Да, все, побили моих ударников. Били еще одного ударника. Где я наберу их? Ну, вообще-то я могу набрать, что там, это ударники такая вещь, набрать можно. Это не эти самые, как. Ну, все-таки это совсем другое. Скачет скотина за мной, все равно. Тут жизни на 3 копейки. Давайте, убейте его, этого негодяя, который за мной скачет. А, нет, давайте, убейте его. Ага, все хорошо. Молодцы. Подлюка тут за мной. Короче, неожиданно. Я прохлопал и, значит, ударников моих повалили всех. Может, надо было им сейчас полегче лошадей каких-то дать, чтобы покороче был этот период. Дурацкие это самое осваивание лошадей. У них езда семерка, они должны, значит, жопы свои к седлам примерять целых 2 месяца. Дурня какая-то вообще, конкретно. Конных воителей валят. Кто это такие? Рыцари, отступники черного сердца. Воины кобры у него есть. Конные рейнджеры. Рейнджеры. У него много конницы было. На самом деле я просто не учел всех этих рыцарей-отступников, всякую другую дрянь, которые там всадники эти. Налючики джату тут какие-то. На самом деле я их не учу, вот в чем дело. Давайте, решайте. Скакали решать. Сейчас будут решать. Набили мы конных воителей, да. Потеряли мы 19 человек, и уже давно у нас не было таких потерь. Ударнички еще есть, еще один бежит. Всего 4 раненых. И у нас 16 раненых, 20 убито. Да, мы давно уже такие потери несли. Ну как давно? Относительно давно. Не ожидал я, короче, что он окажет такое сопротивление. Этот, кто мы там с кем воюем. Я уже забыл, как его зовут этого. Иванас, по-моему, или как его? Грек какой-то его. Судя по имени, он грек. Как он попал в Равенстер, непонятно, но он грек. Да. Конный рейнджер, всадник убит, да, налетчик джату. У него достаточно много конницы было. Рыцарь отступник черного сердца еще. Смотрит, это он наловил там в мутных горах. Короче, этих всех джату, или у джату, или в мутных горах. Где-то он набрал войск, потом набил себе и вот. Прибежал. Так, значит... Так, еще у него 76 человек осталось, да, все, значит, ничего не думай, сразу пошли все в атаку, верхом конница, ударники не стреляют, все, поехали, я буду выглядывать опять из-за дерева где-то тут, из-за бугра, из-за дерева, тут, за холма, так вот, встану за дерево и буду смотреть, чтоб не, меня не убили, ну, вообще-то, ну, уже второсчет тут никакой роли не играет, конечно. На такой стадии битвы уже можно было бы авторассчитаться, и ближайших врагов неизвестно, когда будут, когда прибудут. А дело в том, что, ну, просто что я смогу сделать с такой, значит, каплей жизни. Не, надо у них будет, да, их надо все сажать на лошадей, и это будет, короче, все очень серьезно. Ну так вот с этими дубинками, они, конечно, хорошо, но пока он добежит, там уже всех убьют. И не получится ни ужаса, ни кошмара пендера с них. Ну, да, какие-то ребятки с дубинками, которые бегают. Ну, прибыли новые игроки.
Ну тут уже все, пилигримы, крестьяне, дозорные, позорные, тут, ну, всякие такие тут. Стражницы, бразницы, вся такая фигня. Рыбальщики, солюнские пехотинцы, крестьянки, сквайры солюнские. Бронированные пехотинцы, где он их набрал, наверное? Наверное, Джату каких-то разгромил. Или, не, мглистые горы, потому что у него Джату много, скорее всего. Да, да. Все, значит. Больше не осталось врагов. Угу. Ну и Ивана сдается. Ага, значит, а что ж мы тут имеем? Рыцари дракона, рыцари Равенстерна, конных рейнджеров, наемных кавалеристок, наемных воинов, всадников, наездников пыли. Налетчиков Джату, рыцарей отступников, сквайров равенстернских, горцев, рейнджеров, смотрителей воителей, гвардейцев. Ну, короче, не будет даже, наверное, 90 человек. Да, маловато, маловато. Надо, короче. Ага. Так, ну а шо мы тут? Пендерский кавалерист, пендерский конный. Мы потеряли много конных. Много конных потеряли. О-о-о-о. Управление. Нарывистый дестриер. Броня 50, ага, пошел этот дестриер, короче, на продажу. Грубая красная тут. Ну, короче, лут такой-сякой появляется. Но уже он не актуален. Уже не актуален, все. Шо толку-то с него уже? Его, в общем-то, сейчас и продавать-то негде. Это лут. Для того, чтобы продать какие-то колпаки, надо захватывать город. Так, все. Ага, значит, отряд. Готов к повышению, наемные мечники. Наемники, наемный воин, смотритель, шериф. Вековисские конники, бандиты, наемники. Вот такая вот беда у нас тут случилась. У нас тут полно всякой мусора тоже. Ага, пендерские ополченцы, пендерские пехотинцы, пехотинцы, мечники, мечники, кавалеристы, мечники, скауты, и кавалеристы, конные, и наемные всадники. Все, ударнички побиты. Угу, граф Иванус сидит у нас. Ну, поедем в Сан-Софит. Ну, я не знаю, что тут в Сан-Софите в этом. Разместить гарнизон. Иванаса сажаем сюда. А, здесь. Ну, что тут у нас есть? Воители, смоители эти. Короче, этих всех ребяток мы сейчас бросим на это самое. Что тут дервиши? Ну, дервиши, по-моему, они как лучники вообще никакие. Мечники, воины, пустынные лучники. Ну, пусть качаются, короче, они тут и пусть нанимаются. Мы едем, значит, к Нудар. О, герцог сбежал. Скотина, ну вот так вот, взял и сбежал. Ну как, ну я говорю, что дырка в полу там проковыряли, или что, как он сбежал? Что у нас там? Ага, он не нанимает, или что не нанял, войти в зал. Угу, поговорим. Я ему говорил нанимать или нет. Ну ладно, не лень лишний раз бегать и сказать, если что. Ага. Так, он нанимает. Военную комнату. Вернемся, спасибо, это все. Значит, разместить гарнизон. Ну, в верных рассветах, ускарлы, секирщики. Все, уходим. Значит, так, смотрим, на кто это у нас. А тут у нас самая гримушка, нас пожиратель. Ага. И все так же, реверантов 31. Павших воинов, павшие ветераны. Ну, вот эти павшие воины, павшие ветераны. Павшие пехотинцы и павшие, вообще просто павшие. Это, короче, конкретный мусор. Значит, сила это реверант и грим. 31 реверант и грим. И, скорее всего, на реверантов надо человек 50 хорошей конницы. Он хранители грифона наших захватил, скотина. Они у него воюют. А в плену у него рыцари Черного сердца, странствующие, герои странствующие.
Сквари, отступники, наемных воинов. 208 человек. И всего у него 1000 пленных. 63 кавалеристки. Короче, так. Ну да. Ну ты, короче, накапливай, накапливай. Накапливай. Угу. Мы скоро придем. За тобой. Ай, Гримушка, пожиратель. Ты кушай, кушай. Наедай мордочку. Угу. Так, все, я еду в Сенгал, набираю еще конницы мне. И поеду, я, значит, короче, грабану пару деревень в этом самом. Может, каких-то змею побью. Ну, змеюки к чему? Вот это бегает тут. Лошадиными задницами крутят. Что они тут накрутили у нас уже? И 65 у них, бронированные лучники, крестьяне, пилигримы. Не, бегайте, бегайте. Так, значит, зайдем в таверну. Дело в том, что там заинтересовать рыцаря дракона, равенстенские рыцари, равенстенские конные, наездники пыли, джату. Ну, то, в общем-то, между прочим, будет очень даже неплохая сумма с них. С этого Иванаса. Он, конечно, нас побил немножко, но зато мы с него и получим. Хорошо так. Ага. 74 тысячи, значит, гарнизон, что у нас там в гарнизоне, и ковиски коников мы отдадим. Угу. Воители, а почему здесь нету воителей? Воителей, горцы, ну вот этот мусор мы заберем, пусть с нами катается пока. Кто ж тут есть? Тут имперские рейнджеры, смотрители. Стрелки, тут не очень-то и много пехоты, в общем, такая более-менее пехота. Арбалетчики, пендерские воители, рыцари, сквайры, рыцари, рыцари лучистов. А в основном, конечно, это у нас лучники. Здесь много лучников. Очень много лучников. Рыцарь сокола, рыцарь рассвета, хранитель. Почему-то мало этих самых попадает нам. Так, на торговую площадь разными товарами. Мы купим разных товаров, которых нету. Короче, нету разных товаров. Придется ехать грабить. И денег тут 1700. Оружием 2700. Тоже хорошо. Сейчас мы все это продадим. Вот это вот. Угу. Тысячу назад, и мы, значит, уйдем. Так, ну не знаю, стоит ли мне брать кого-то, или обойдемся этими силами, в общем, или взять, оставить пендерских, а взять этих самых каких вековицев. Ну вот это, вот эти, короче, горец. Нет, здесь оставлю этих горцев, зачем, я их туда не буду вести. Воителей горцев я оставлю здесь. Все готово. Уйти. Три молота, 6 ударников. Ладно, поедем. Я думаю, что пока что нам хватит, а там видно будет. Надо подготавливаться к этому. Сейчас мы грабанем пару деревенек. Армия, в общем, побитая, короче, я не знаю. Если сейчас какой-нибудь их лорд там вырвется, то может нам и навалять, там и неизвестно, что у них, у этих имперцев. Вообще, учета, сколько лордов в плену, сколько лордов в строю, тут нету. Тут догадайся сам. А, значит, ну, в тех там есть же как-то там эти... В других модах там, ну, бывает. Так. Пендерские кавалеристы. Ну, я же говорю, мы не успеваем на это самое. Этих пендерских. Не успеваем пендерских повышать. Их убивают. Они, конечно, молодцы, решают, но убивают их тоже крепко.
Пендари, тишина. Хорошо. Сейчас поедем, посмотрим. Бандитиков там каких, в смысле, змеючек, может. Демонов каких-то. Какой-нибудь. Оп, есть. Культ смерти и прославленные рыцари. Бессмертные империи. Их убивают, значит, эти культисты. Бессмертные проиграли битву. Ну, бессмертные не присоединятся, члены гильдии. Заклинатель Манус, поклонники. 30 человек, стоит ли с ними связываться? А там вот сзади змеи. Патруль, змеиный патруль. Ползают. Патруль ползет. Змеиный патруль ползет. Да, отклони, какое там серебро. Сидит пусть. Патруль и культ. Они друзья. А? Они бегут рядом. Охотятся, бегут рядом. Как этот самый. Волк и шакал. Ковен, шмовен. Культ змеи. Стой, сюда. Ага. Фу, радость. Ага, атаковать всеми силами. Все. Поехали. Ударники просто не стреляют. Спешится. А конница сядет верхом. Эй, где-то так. Да надо шли себе повоевать. Какое угрожающее черное небо, тучи заволокло черным. О, это змеи накликали дождь. Хотя зачем змеи не любят воды? Змеи не любят дождей, змеи любят сухую погоду. Да, я, короче, уже конкретно не успеваю. Нифига за этими ребятками. И это уже, конечно, не очень хорошо. Так, воин кобра оглушен сэром Рейном. Тут, короче, истерический крик какой-то такой. Продолжите. Мы, значит, воина культа. Воины кобра. О, у нас есть рыцарь-отступник. Лесной бандит, разбойник. Вообще, нафига я этот мусор собирать? Эти лесные бандиты. Налетчики мглистых гор. Разбойники. Нафига они мне? Типа, там я буду-то. Да их же там убью же. Одной стрелой всех сразу. Эти при осаде. Зачем я буду таскать? Платим какие-то деньги. Дурня так сплошная. Так, все, уходим. Кто-то нас там готов к повышению. Пендерский кавалерий, пендерский коной. Так, крестьянка дозорная. Ну, теперь надо выбрать деревеньку, которую мы разграбим. Не побежим мы за этими. Что мы тут? 4 пленных. И столько возни. И ничего с этих пленных не упало. Да ну, черт, он сейчас. Это кто опять? Культ змеи эти. Да эти змеи не бесполезны. С них толку вообще никакого. Их разве что оставить на то, чтобы там зарабатывать эти самые, как у этого, ну, авторитет у ордена, вот это вот. А так они, с них ничего. Оборванцы какие-то. Значит, купим провиант. Ага, сначала купим, а потом ограбим. Так вот и будет. Так, ну, начать враждебные действия. Разграбить и сжечь. Тут это село, не помню, кому принадлежит. Ну, я не люблю его, этого лорда. Оба, они прибежали. Ага, их тут 180. Жалко. Очень хотелось их бы. Короче, это самое. Да, продолжить.
Очень жаль, очень хотелось бы их, конечно, сейчас шибануть этих. Что у нас тут? Это. Я так понимаю, что вместится все, еще место останется. Так, вот это. Ну, это я же не знаю, куда девать, потому что, ну, краску такую завезу, там, в этом, отдам этому красителю, что красит. А больше я же говорю, что там, кто там поехал куда. Ну, вон они, лорд Дион и лорд Децимус. Децимус сбежал, Децимус, это же его деревня, по-моему, да? А ну, стоп, Децимус. Информация. Вейдар. Дион, информация. Замок щит шторма. Не понял. А, вот этот щит шторма. Я что-то попутал его с этими белыми оленями там какими-то. Ну, короче, у этих ребяток вон два замка и один город. А, два города, еще этот Валенбрей. И они, короче, уже почти такие, как я. По весу. Так, ну, сейчас мы их бахнем, наверное, я так думаю. Децимус. Бессмертной империи один, у него имперских рыцарей два, гладиаторы, а у этого что тут есть? Гладиаторы, тоже бессмертный один. Ну, короче, все, погнали. С кого-то мы убьем из них. Патруль ополчения, тут пусть присоединился бы, тоже неплохо было бы. Вот и лорд Децимус. Да. Значит так. Наступать у них, как обычно, рыцарей нет, конец очень мало, пехот очень много, поэтому будем накапливаться перед атакой. Конной армадой нападем. Так, кто там прискакал, убейте его. Рыцарь, наверное. Всадник. Атаковать. Ударники, значит, не стреляют. Конница верхом. Ну, когти, да, наверное, спешится все-таки, да. Рискую, но пусть спешится. Шаман Листегор убит у меня тут. Так, я опять подпрыгиваю весело на лошади в сторону противника. Сейчас мне опять намолотят по шарабану. Я буду опять прятаться в кустах. Ну, это такое дело. Привычная уже жизнь такая. Короля земли Венда, да, самого Венда. Великого полководца и там всего остального, чего он там великий. Все, значит, слазим тут. Берем вот эту вот эту штуковину. Кирпич, привязанный к палке. А, вообще-то оно молотом, древком называется, да. Ревут враги наши. Прям ревут. Ревут нападая, ревут умирая. Зверьё имперское, зверьё на нас. Мы напали на имперское зверьё. Надо им поменять этим. Ударничкам надо поменять молотки. Зря я тогда не поменял. Время было, и денег много стоило. Теперь пока это на лошадь нельзя, тут не поменяешь. А на лошадях будут с этими короткими ковырялками. Все. Кто там смеется? Ага, Донжа. Ух ты как. Красиво смеется, Донжа, красиво. Ранено 43. Атаковать всеми силами. Что там уже? Не-не-не-не-не-не-не. Мы будем спауниться посреди речки. Ребята, вы не угадали. Так не будет. Великий полководец может же выбрать это самое место, где его будут войска строить. Не посреди же реки, в конце концов.
Давайте быстрее накапливайтесь. Большое расстояние у нас между пехотой и конницей. Давай, 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 быстрее, 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 накапливайтесь, накапливайтесь. Для атаки. А то сейчас там уже шарбалетчики будут. Ага. Все, атаковать, я же говорю. А, это гладиаторы, там гладиаторы. Так, ударники, не стрелять. Ух ты, не будут спешиваться, не надо. Они уже близко, их просто перебьют. Так, что там? Валят. Ударники опасны. Я говорю, ну это будет, пока они не сядут на коней. Как только сядут на коней, это будет все. Ну, тогда я этих самых пехотинцев, вот этих вот пендерских пехотинцев, и я тогда наделаю с них ударничков. О-хо-хо, и это будет что-то. Жарить кого-то около камня, я бью. О, я даже говорю, не бью. Да это самое, добежать, да. Продолжить атаковать всеми силами. Я так думаю, что у них там остался один мусор, поэтому мы даже ничего не будем выдумывать. Просто всех пошлем в атаку. Конницу посадим верхом, да, скажем, не стрелять. И кошки у нас спешатся. Идем. Поехали. Я полон сил, полон здоровья. Мне опять, наверное, никому. Молот видно уже. Всадника лучше. Всадника. Может, наберем. 90, наверное, не наберем. К нему не могли мы столько. Это самое. А человек 60, наверное, будет пленных. И это хорошо. И это опять радость Рамону. Ну иди, здоровье. То не успею никого ударить. Так. Замах был, конечно, на всю. На всю сотню, а ударил-то я наружу. Да. Бит. Сердский рыцарь. Да, короче, не важно, мои личные достижения, это, конечно, тоже важно, но, в общем-то, я ж так король, великий полководец, я должен, это, водить полки и, как там, королевать, королевствовать, править. Мир же держится, наверное, на таких титанах, как я. Не обязательно таким титаном махать, таким древковым молотом в битвах. Можно просто указывать рукой направление, куда будет двигаться его войска. Да, все. Это все хорошо, конечно. Угу, их 18 человек. Давайте атаковать всеми силами. Силы уже помчали в бой. И значит, они уже сидят верхом. Значит, ударники уже не стреляют, и кулаки, значит, уже спешились. Все. Мы опять заспаунили все-таки в этой канаве. Я говорю, вот это дурня такая. Ну, вот канавы эти. Во-первых, эти канавы такие убогие, ниоткуда. Ниоткуда. Ну, это еще такая. Типа вот речки протекают. Приличная такая, это, значит, локация такая, ну, вообще. А то вообще посреди поля ниоткуда, как из этой ядерной воронки, вода и это самое. Еще обрывистые берега такие, вроде как там, я не знаю. Из космоса что-то прилетело и, короче, ну такое. Дурня. И, короче, полководец или там какой-то этот лорд должен. Он, вот именно он в этой воронке заспаунил свои войска. Вот он такой вот, вот он такой. Так вот тут решил. Сделано так через вот это еще с того фью этого самого. Из как его? Ну из натива. Дурня такая. В
любой полководец, выбирая там или там командир отряда, удобное поле боя для своих войск. И никто не сажает их в яму, чтобы они из ямы. Ага, лорд Дион, давай. И лорд Децимус, ты тоже у меня в плену. Всадники, значит, тут кто у нас тут еще есть? А ну-ка, это самое, заберись надпись. Рекруты нет. Бронированные пикинеры возьмем, легионеры возьмем, конечно. Вот этих возьмем. Это, в общем, короче, наверное, придется всех брать. Бронированные арбалетчики. О, бессмертный. Ага, рыцари. Ага, отлично. Арбалетчики, тяжелые пехотинцы. Гладиаторы. Ага. Так, дворяне. Рекрут-застрельщик. Рекрут-охотник. Рекрут-ополченец. Легкие пехотинцы и имперские рекруты. Короче, ух. Я говорю, дела у всех, короче, блестящие. Не, ну у меня блестящие вообще-то. Так, если можно сказать. Угу. Дневные скауты. Я еще потерплю 2 месяца таких дел. Что ж поделаешь. Мне надо это сделать, потому что я должен прокачать этот орден. Они мне не дадут, они будут прибегать. Грабить мои деревни. Так. Кольчужные рукавицы. Отлично. 82-224 удар. Ну, короче, отлично. Имперская алебарда. Все, кончились у нас, значит, все это. Свежее. Назад. Ну, отправляемся мы, конечно, куда? В Сенгал. Будем там что-то продавать, складировать, распихивать по углам. Такое. У нас опять кто-то готов к повышению. Но я думаю, что нас не ждет никаких неожиданностей впереди. Поэтому мы поедем на постревеля в Сенгал. А, хорошо, я уже еду. Я тут уже около ворот. Так, да. Значит, сразу в таверну. Продаем этих. А, кто это у нас? Фредерик. Да пошел ты, Фредерик, не буду я тебя брать. Заинтересовать. Воин Курта Змеи, воин Кобры, всадники, бронированные пикинеры, легионеры, бронированные бессмертные по 700 копеек, рыцари. И бессмертные дешевле, чем гладиаторы. Гладиаторы по 816 копеек. Не шутки. Гладиаторы 60 уровня. Надо же было сделать 60 уровня и одеты, короче, в кожаную рубашку. Ну, может, оно так задумано. Так, значит, разместить гарнизон. Дозорная, стражница, новобранец, городской, пендерский ополченец, стражница, вековийская. Наемный воин, наемный мечник, смотрите, решить их. Пендерский пехотинец. Вековийского конника отдаем. Пендерский мечник. Смотритель. Кавалерист. Скаут. Конный воитель. Всадник. Что у нас тут? О, у нас есть здесь молоты. И ударники. И у нас тут все хорошо. И у нас есть и молот, и ударники. И теперь у нас уже молотов аж 7. Ударников аж 13, да. Когда-то это будет, короче, смешно. Тогда торговую площадь торгуют с оружием. 1700. Значит, торгуют с оружием. Мы будем продавать вот это все. На 1000 краску нет. 1600, ладно, хорошо. Броня. 200. Усиленные топ-хельс храме. 58. Усиленные. 200. Свинину продадим. Еще одну свинину. Вот так нормально. Так. Лошадьми. 200. Тоже 200, и этим мы пихнем вот это вот
масло и вот это 2-3 останется, все не годится. Инструменты и куря тяной добьем как назад, и значит общими товарами все эти, значит вот это. Все так, все назад. Ага. Красильню дадим, краску красильщику. Красильщик, на-ка тебе красочки. А, хорошо. И это пока все. Уходим. Так, что там с отрядом? Отряд такой, так, лорд Децимус, лорд Дион. Я сохранюсь и повезу их туда, в замок Санж-Софит. Потому что здесь у меня 45 человек сидит. Шабаш все-таки как никак не успокоится. Шабашит и шабашит. Ловит и ловит. Ну давайте бахнем этот шабаш, чтобы он, короче, уже надоел этот шабаш. Бегает здесь. Шабаш. Давайте все сразу убитые. Бегони соседи вверхом. Да, начнем стрелять. И полки смешаются. И значит я еду тоже по шабашу. Зайцы с купом. Льва. А левка все-таки по одиночке. И мы этого льва. Львишку завалили. Затыкали. Ну не, ну это конечно скучновато становится, потому что, ну я же говорю, всех пересажал. Но тут без вариантов. Если я сейчас начну их отпускать, короче, мне не сразу они мне устроят такое, что я не дам. И самое главное, что надо заметить, что ни к одну королевство не пусть мира. Никто не пустит. Когда я с двоими воевал, они там одно время прям на перебой просили меня. На перебой. Буквально не успевал это сам. Сейчас никто не просит. Все четыре короля сидят в этом самом. У меня есть никто не просит. Это что такое? Вы подъехали. Он уже сконялся. Наконец-то. Забили. Убили маму. Ранено 4. Ну, миньон, ну, правда, один Магнус ранен. Поклонник. Пендерский конный. А, крестьянку мы возьмем. А, новобранца ополчения, конечно, возьмем. Охотника возьмем. Городских ополченцев, конечно, возьмем. И крестьян возьмем, конечно, тоже. Управлять инвентарем. Ну, тут нечем управлять, и мы даже не будем и пытаться, значит. Так, все, едем мы в замок. Мы ехали в замок Санж-Софит, чтобы посадить этих товарищей. Значит, сюда. Пень. Продолжить. И, значит, лорда Диона. Лорда Децимуса. Отправляем. У нас опять рейнджер серебряного. А, у нас рейнджер уже серебряного тумана есть. Отлично, 3 рейнджера. Хорошо, готово. Угу. Готово, обойдем в замок. Угу. Наверное, кое-что поскладываем в замок, какой-то еды понабросаем. Поедем опять грабить деревню. Так, военную комнату, значит, вернемся в главный зал. Все тут у него хорошо пока что. А, значит, спасибо, это все. Я иду, значит, к сундуку.
И мы здесь сейчас вот фрукты какие-то там туда-сюда. Короче, надо было бы, наверное, меда какого-то вот так вот. Это сметаны. Вот такого вот. Не, сыр этот уже ж поели. Колбасу вот эту оставить. А эту колбасу бросить. Так, вот это будет нормально. А вот тут еще есть фрукты. И мы сейчас поедем, ограбим какую-нибудь деревеньку. Уйти. Дышаровскую, наверное, и будет это, значит, деревенька Бахадур-хана, вот это, наверное. Если нас там опять какой-нибудь демон не зацепят. Какие-нибудь демоны не зацепят нас опять. Бандиты тут бегают по лесам, по это самое. Амберсгорн, эта деревня принадлежит Кадану Бахадуру, Шмахадуру. Купим провианты, это будет одна колбаса. Угу. Назад и предпримем, потом сожжем. Сожжем. Я не знаю, мне этот замок не нужен, он мне не нравится. И тем более эта деревня уже тогда не будет мне. Кто его знает? Может, я все замки все заберу? Может, буду. Нет, 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 не захочу. Тем более за 5000. Угу. Все отлично. Мои воины постарались. Все хорошо. Мы опять захватили тут что-то. Еды кучу. Будем есть. Аж побляпаемся все. Жирная свинина и тут, и говядина, и тут все такое. Ну, все, что хочешь. Короче, будем себя. Все. Так, деревеньку ограбили. Ну что, поедем еще это самое. Или уже пора нам, наверное. Не, надо еще. Не, сколько у нас тут вещей. Ну, мы поедем сейчас это самое. По дороге. Оба! Мертвый! Мертвенький! Мертвющий! У него валькирий 23, леди валькирий 23. Мы заедем в замок Нудар. А потом развалим этого, значит, мертвого. У нас грифоны здесь есть, охотники есть. Значит, охотников мы. Значит, а всю остальную банду, вот эту, уже надо. Тяжелые лучники, вот это вот. Ну, вот этих лучников я, короче, наверное, перевезу в замок Сан-Софит этот. А, значит. А всех из замка Сан-Софит заберу, ну, на осады, пусть они там убьют этих, ну, как их там, этих, дышар, дервиши этих, так, может идти. Зачем я с ним буду разговаривать? Да убирайся, я с ним буду разговаривать. Пендерские новобранец, городское ополчение, крестьянка дозорная, вековийский конник, так, охотник за головами, стражница вековийская. Значит так, наемный воин, наемный мечник, пендерский пехотинец, ополченцев вниз туда где-то. У нас тут есть рейнджеры серебряного тумана, мечники, кавалеристы, мечники, скауты, пендерские кавалеристы, конные воители, наемные скауты, наемные всадники. Так, ну все, значит, сейчас я готов. А, надо зайти, продолжить, войти в зал. И еще раз, я буду каждый раз проверять, чтобы они нанимали. Но тут слишком много офицерских уже войск. И он просто не нанимает пендерских уже. Так, нанимает, все за хорошо. Спасибо, это все. И мы идем сюда. Заглянем в сундучок, что тут у нас лежит. Угу. И мы сюда, значит, положим вот это, что подороже. Не, это мы не будем ложить, потому что это мы отвезем этому. Так что подороже мы положим. Так. Ага. Все. Уйти. И значит, я уже буду этого мертвого валить.
валить этого мертвого у него. Правда, тут 23 валькирии, 25 в общем валькирий. Леди валькирии 23 и 2 валькирии. Мертвого надо, короче, мне завалить, а у него, по-моему, нету никаких этих самых информация. Да, он не имеет наделов. Солидарен со мной. Интересно. А может, мы этого мертвого, короче, отдадим ему дирак деремес? Интересно. Сейчас я еще с ним поговорю. Да, но это все будет уже, как вы догадываетесь, в следующем видео, да. Ну а пока что все.